Возможен вопрос, естественно, чем она там занимается? Она замужем там? Да. Хвалим. То есть ее мужа. Да, Да, конечно, она хвалим. замужем, Не стесняемся. оба А, понимаете, закончили. время мало, надо хвалиться. В общем, да. Самим быть позитивным, контактными с консулом, улыбаться ему. Стараться в этот день быть просто в хорошем настроении. Надо взять себя под контроль обязательно. Потому что если на самотек пустить, сама атмосфера, люди, нервные обычно, они об этом не задумываются, просто по течению плывут. И сама атмосфера, она тогда накалена немножко. Плюс там же все видно. При вас будут кому-то отказывать. Кто-то там, может быть, вообще будет скандалить даже с этим консулом, спорить, понимаете? И это все накладывает определенный отпечаток, свинчивает нервы. Поэтому надо постараться абстрагироваться, не принимать то, что происходит, к себе вообще никак. Лучше уйти в свои разговоры личные, и к вас это не касается. Вот идея, это основная. Потому что очень много людей страдает из-за того, что перед ними там одним отказали, другим, третьим, пятым. Они начинают нервничать, приходят, и у них что-то не так пошло. То есть вот идея в чем. Понимаете, да? Вот это вам однозначный совет, он рабочий абсолютно, фундаментальный просто, да? Абстрагируемся, друг дружку поддерживаем эмоционально, то есть подбадриваем. Может быть, анекдот друг другу рассказали, что-то вспомнили хорошее. Ну, то есть вот надо делать себе настроение, не пускайте на самотек, потому что шанс увидеть что-то, что вас выведет из равновесия, он огромный. Вот это вот обязательно надо сделать. С консулом мы должны выстроить отношения на равной основе, относиться к нему уважительно, но с чувством собственного достоинства, чтобы не было вот этого вот как бы заискивания перед ним, да, чтобы вы показывали вот это вот настроение, оно очень настораживает их всегда, и они только больше тогда начинают подозревать. Опять же, если перегнуть палку в другую сторону, а у нас такое было, там, как я их называю, красные директора, они привыкли там рабочий класс гонять, и вот у них это в крови. Почти, ну, не поддается корректировке. Все плохо заканчивается. Реально. Он, если консул почувствует, что к нему такое какое-то вот отношение, он наказывает за это. Следующая принципиальная вещь, это то, что мы уравниваем как бы страны, наши отношения к странам. То есть я и свою родину нехаю и люблю, и Америку уважительно отношусь, но отношусь спокойно очень, как бы, да, не начинаю там говорить, что вот мы так рады, что там, вот она, вот в этой Америке сами так наконец мечтали всю жизнь туда попасть, увидеть, нам так много всего нравится. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это может сработать очень негативно, потому что консул может запросто решить, что вы можете приехать и остаться там. Тем более дочка гражданка США, она может подать петицию в любой момент. И все.